Он превращает камень в произведение искусства. Один из самых известных чувашских скульпторов Владимир Нагорнов отмечает юбилей. Время, стиль, образ – очередная выставка работ мастера, которая открылась в художественном музее. Среди его работ – монумент матери-покровительницы, памятник Константину Иванову, Петру Хузангаю, Святославу Федорову. Почерк мастера легко узнать. Скульптуры отражают культуру народов, их историю, перемены. Каждое творение органично вписывается в городскую среду и улучшает ее эстетику. Он, как настоящий патриот Российской Федерации, Чувашской Республики, делает все от чистого сердца, с чистой душой, с честью и достоинством. И только тогда любая работа, она клеится, по сути дела. И все эти работы, все эти произведения, которые здесь представлены, конечно, они имеют огромное значение в сохранении культуры, традиций, живописи, вообще любого народа. Творчество Владимира Порфирьевича известно и за пределами республики. В Ульяновске расположен памятник Ивану Яковлеву, Воротынце – князю Воротынскому. А вот в селе Дрожжиное, что в Татарстане, в прошлом году построили стелу ко Дню Победы по проекту скульптора. Человек действительно с большой буквы. Человек, именно который именем, и то, что с ним знаком, нужно гордиться и, конечно же, восхвалять его произведение, его дар. На выставке собраны некоторые работы автора, а также фотографии, на которых запечатлен творческий путь. Но самое главное еще то, что я сам могу посмотреть со стороны в цельную вот эту вот экспозицию и сделать какой-то определенный вывод, на что заострить внимание в будущем, что, допустим, недостаточно. Мастер своего дела, создатель ярких образов в различных материалах. Так говорят о мастере коллеги и друзья. Талант, любовь к своему делу, а главное – глубокое понимание того, с чем работаешь, позволяют Владимиру Нагорнову оставаться одним из самых востребованных скульпторов современности. Ольга Пырочкина, Татьяна Леонтьева, Дина Кустова, Олег Якимов. Республика.